Тоня. Прямо давай. Прямо повторяешь Баху, прикинь. А кто? Блять, овца тоже еще. Не знаю, как будет. Прям в вратаря, прикинь. Папа! Сейчас повторим. Смотри, сейчас повтор будет. Вот овец, а. Какой пас, смотри, какой пас был. Смотри, какой пас. Это Мюллер. Смотри, прям вратаря. Ты видал, вратарь, бедный, вернуться даже. Он его по-другому не смотри, смотри, куда как не получал. Мюллер, блин, он что, в угол не мог дать, что ли? Тихо, на скорости бежал. Ну, промазал, короче, прям вратаря. Ты прикинь, ты видал, вратарь, бедный, по-моему. Блин, тут качество хреновое. Качество нормально, просто прерывается. Блин. А Лёлик дольше. Ты видал, а? Давай, давай. Ты видел, да, удар? Охреневает, блин. Надо длинный кабель принести, там и туда он попал, посмотри, тогда будет хорошо. Ну смотри, как назло, облако пошло и все, видишь, блин. Погода есть. Влажная. Беленькая. Беленькая. А Дортмунд от чья команда вообще? Дортмунд. А, носом. Смотри, мы так картины купили, так картины купили. Это папа, а это тетя Биса купили. Сейчас посмотрю. Блин, это, по-моему, этот выдавал. Голландец, как его зовут? Робин. Робот, по-моему, пас выдавал. Да. И, блин, вообще, конечно, четкий пас. Да. И этот, блин, короче, вообще класс. Вот этот. Я тоже так, так могу. А Мюррей сразу встал или молодой? Я тоже так могу. Фокус. Садись рядом с Соней. Баффу, примерно, как я. Понимаешь, он бежал, все. Тут еще первая минута игры. Что это такое? Мог бы открыть счет, вообще реальный. Папа сейчас заклеит. Взял вратарю прям по харе снизу.